Пришел всем на радость 66-й год, и с ним начиналась последняя треть века. Вы помните, мы его встречали с чувством особым, ведь 66-й рождался в зареве уже совсем близкого праздника, юбилея. Но многие из нас, не все, помнят канун 42-го. Прифронтовые города. Тревожный, но все же Новый год. Елка. Несли ее в нетопленный дом. Холодный, к скудному пайковому столу, в поредевшую семью. Как она была нужна, новогодняя елка военных лет. Разве забудешь это? А еще до войны наши матери, наши отцы, тогда молодые, они поднимали бокалы за то, что должно сбыться, за победы, которые им одерживать в труде, потребуются в бою. Тридцатые годы. Как водится, добром было помянуто уходящее, выпито за грядущее. Значит, и за молодое наше веселье, за радости этой ночи. А ведь все это было таким далеким. Году 66-му салютовали бессонные маяки. И радиограммы несли привет и любовь тем, кто далеко в море, высоко в небе. И новогодние костры разжигали все, кого полночь настигла на марше, в горах, тундре, тайге. Наступившим, товарищи! А год наступивший, его всегда хочется сравнить с высотой, на которую предстоит взойти. Уже 49-е, высота. Она для всех единая. Но сколько людей, столько подъемов. Столько дорог и судеб. И среди взятых высот этого года первым и, может быть, самым большим достижением оказалось то, о котором мы узнали в самом начале 66-го. 31 января. Космический старт. А 3 февраля, после 4 дней полета, автоматическая станция «Луна-9» мягко опустилась в океане бурь. Лунный ландшафт. Таким увидели его земляне впервые. А ровно 2 месяца спустя еще запуск. И с Луны на всю Вселенную звучит интернационал. То было в разгаре весны. На юге весну уже славили скворцы. И аисты, возвратившись, домовито обживали крыши родных хат.
Средняя Азия, Закавказье, Кубань сеяли первыми в восьмой пятилетке. И в эту пору всеобщего весеннего обновления в Москве работал 23-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. Март-апрель. 11 трудовых дней съезда. Анализируя деятельность партии в период между 22-м и 23-м съездами, первый секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев сказал: товарищи делегаты, КПСС все эти годы, руководствуясь определенной 20-м и 22-м съездами партии, программы, неуклонно вела советский народ по пути строительства коммунизма. Вся деятельность партии была направлена на выполнение программы КПСС, на создание материально-технической базы коммунизма, дальнейшее повышение материального благосостояния народа, совершенствование общественных отношений, воспитание советских людей в духе высокой коммунистической сознательности. Партия прилагала все усилия к тому, чтобы обеспечить мирные условия труда советского народа, активно боролась за сохранение мира во всем мире. Итоги всех лет подтверждают, что политическая линия КПСС верна и пользуется полной поддержкой всего советского народа. Делегатам съезда предстояло обсудить деятельность партии, коллективно выработать основные направления как внутренней политики, так и внешнеполитического курса партии и государства. 23-й съезд должен был утвердить планы в области хозяйственного и культурного строительства вплоть до 70-го года. На трибуне председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный. Отчетный доклад, с которым выступил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев, убедительно показывает, что Центральный комитет всю свою работу направлял на последовательное осуществление решений 20-22 съездов партии, на претворение в жизнь коренных задач, поставленных программой КПСС. О сплоченности коммунистов Украины вокруг Ленинского Центрального комитета КПСС говорил делегат Шелест. Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Машеров отметил те большие качественные изменения, которые произошли в промышленности республики. Особо большое развитие получили химическая, нефтеперерабатывающие отрасли, электроника и приборостроение. Об успехах советского Узбекистана доложил съезду делегат Рашидов. В республике каждые 6 дней вступает в строй новое предприятие. Ткачиха Глуховского комбината Пухова, сталевар из Макеевки Халявка. В Армении, сказал делегат Кочинян, общий объем промышленного производства за годы советской власти возрос в 120 раз. Цифры роста. Их приводили все делегаты. В 10, 100, 1000 раз больше. Конечно, это радовало, но не очень удивляло. Привыкли, давно привыкли к гигантским изменениям, происходящим во всем и везде. И все же это цифры поразительные. За рубежом все отмечали: мы продолжаем двигаться вперед, неизменно вперед, и свой 50-летний юбилей наша страна встречает в расцвете своего могущества. Вот что сказал о нас в дни работы 23-го съезда один из зарубежных коммунистов. Они первыми построили социализм. Теперь же история возлагает на них новую почетную роль первостроителей общества коммунистического. Да, нам было суждено идти во всем дорогой первооткрывателя.
В первые годы революции Ильич писал: ни экипажа, ни дороги, вообще ничего, ровно ничего испытанного ранее. Не было опыта, это так. Была идея, Ленин, партия. И вот уже восьмая пятилетка. Выступает председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. Товарищи, проект директив по пятилетнему плану предусматривает осуществление крупных народно-хозяйственных задач. За пятилетие материально-техническая база нашей страны получит дальнейшее мощное развитие. Усилится экономическое и оборонное могущество Советского Союза. Советское общество значительно продвинется вперед по пути коммунистического строительства. 23-й съезд единодушно одобрил политическую линию и практическую деятельность Центрального комитета партии. Утвердил директивы по 8-му пятилетнему плану развития народного хозяйства на 1966-70 годы. Избрал руководящие органы КПСС, Центральный комитет и Центральную ревизионную комиссию. Съезд решил переименовать Президиум в Политбюро ЦК КПСС. Члены Политбюро – товарищи Брежнев, Воронов, Кириленко, Косыгин, Мазуров, Пельше, Подгорный, Полянский, Суслов, Шелепин, Шелест. Заканчивая работу съезда, мы твердо можем сказать, что партия, объединив усилия всего советского народа, успешно решит величественные задачи, поставленные 23-м съездом нашей партии. Воля партии есть воля народа. Темпы развития советов, размышляет Европа, сделали бы честь любой высокоиндустриальной экономике. Сокрушается Америка. Новый план не дает Западу никаких оснований для самоуспокоенности. Какой уж здесь покой? Наша страна производит сейчас промышленной продукции больше, чем Франция и Бельгия, Нидерланды и Канада, Италия и Япония, да еще Англия вместе взятые. А ведь то государство с населением немалым, почти 300 миллионов. Если, назад оглянувшись, вспомнить три предвоенные пятилетки, да две послевоенных, и все, что было тогда сделано, увеличить вдвое, это будет как раз то, что мы произведем в новой пятилетке, действующей. Вдумайтесь, в каждый ближайший год будет выполняться почти 10 планов Гойл-Ро. А ведь план этот был в свое время рассчитан на 10-15 лет. Далеко ушли, и не только в энергетике. 66-й хлебородный год дал каждому из нас, советских граждан, по 7 центнеров зерна. Дорогу хлебу, новую, еще одну. Смотрите, в степях Азии ложится какой-то рядовой безымянный километр. Один из 7000 километров железных дорог, что будут построены за пятилетку. В тот год нескончаемо, днями, ночами по накатанным большакам целины спешил урожай. Но были трассы, где буксовала даже самая современная техника. Тайга.
так пробивались к богатствам Западной Сибири, к месторождениям нефти и газа. Люди на трассе. Что движет ими? Жажда открытия, охота к перемене мест, верность романтики или материальный стимул? А может быть, это их призвание? Дело жизни строить. Наконец, мечта. Не она ли зовет их все вперед да вперед? А может, все вместе? Мечта человека. У одних это мечта о голубом огне в сибирском газе, о том близком времени, когда потечет он тайгой, и все это, трасса, распутится, станет дорогим воспоминанием. У других это мечта о городе, которого еще нет. Нижний Енисей. Тут впервые в истории энергетики, в неслыханно трудных условиях вечной мерзлоты, в глубине скального грунта строят Хантайскую ГЭС. Владение тундры в томительном свете белой ночи. Уснула техника. Не спится хозяевам этой заполярной дали. Время раздумий о себе, о путях, дорогах. Где только они не пролегают, пути пятилетки. Прикаспие, Западный Казахстан. Разведчики. В раскаленных пустынях таится океан нефти. Это Мангышлак, полуостров сокровищ, разведанных только вчера. В местах от всего света отрезанных, практически недоступных, веками были скрыты фантастические богатства. Фосфориты, марганец, бурый уголь и за семью замками нефть. Все взяли. И в безлюдье диких плато возведен город под стать этим людям. Город из мечты наших отцов. Не такими ли виделись они конникам Буденного, первым коммунарам, бойцам спецотрядов, сражавшихся с басмачами? Голубые города будущего. Для нас настоящего. В 1966 году в городах жило уже 124 миллиона человек, больше половины населения страны. Советское новоселье. Оно началось еще в годы первых пятилеток. Тогда иначе выглядели наши улицы. Другие строили мы дома, не такие высокие, не такие удобные, попроще. Не было Останкино. Но дом всегда есть дом. Мы любили его. И когда в 41-м она началась внезапно, города спали в июне давно. Как давно все это было? Двадцатипятилетие начала Великой Отечественной войны отметил народ.
память о войне с годами не меркнет. Отгремели битвы. Но ветераны помнят, и молодые помнят. Хотя войны и не знали, для них это легенда, героическая быль, песнь о подвиге отцов. И дороги 66-го, они на каждом шагу пересекаются с памятными дорогами войны. Они действительно на каждом нашем шагу. Дороги, где столько пролито крови, героями октября, гражданской и позднее теми, кто остановил фашизм. Здесь сам же пал на сырую землю. Путь на Ладогу. Кто не помнит дорогу жизни? По оружейному номеру найденного пулемета теперь, быть может, узнают о неизвестном летчике, погибшем в боях за Ленинград. Тропы памяти ведут в Севастополь. На Сапун-гору. Молодежь встретилась с героем Советского Союза Иваном Якименко. Это он при освобождении Севастополя водрузил знамя на высоте Сапун. Волгоград. Летом 66-го здесь принимали президента Франции генерала Шарля де Голля. Его, как и нас, позвали к себе бастионы неувидаемой славы. Высокому гостю была вручена шкатулка со священной землей Мамаева кургана. Братство по оружию. Один из французских летчиков эскадрильи Нормандия-Немль. Многих героев, сражавшихся в русском небе, так и не дождался освобожденный Париж. А те, кто остался жив, они до конца дней своих будут считать Россию второй родиной. Товарищи, друзья, вы знаете, я не говорю по-русски, потому что я уже забыл. Когда я был на фронте, я говорю по-русски каждый день. Теперь мы поем вместе, как на фронте. Поемте, друзья, ведь завтра в мороз уйдем в предрассветный туман. Поем веселей, пусть нам подпоет серой боевой капитан. Прощай, любимый город, ходим завтра в море, и ради порой не пьется кормой знакомый глоток голубой. Часовые памяти в бессменном карауле у дорог Великой Отечественной. Он жег фашистские танки у разъезда Дубосекова, Иван Демидович Шадрин, один из солдат-панфиловцев. We'll be right back.
неразрывная связь времен, верность заветам. То не просто слова, заповеди. По ним живем. И в Брестской крепости тебе вручен билет комсомольской, с 5 орденами, добытыми в бою и труде. В мае 1966-го посланцы 23-миллионного коммунистического союза молодежи собрались на свой 15-й съезд. В приветствии Центрального комитета коммунистической партии отмечалось: «Мы гордимся делами комсомола, который воспитывает миллионы новых борцов по заветам бессмертного Ленина. Нас, коммунистов, радует идейная стойкость, оптимизм и неиссякаемая энергия советских юношей и девушек в строительстве новой жизни. Мы видим в этом прочный залог того, что дело, победно начатое вашими отцами и старшими братьями, будет продолжено и завершено новыми поколениями Великой Революции. В дни комсомольского съезда пионерия отметила день рождения своей организации, носящей имя Ленина. Будущие комсомольцы, придет время, примут на свои плечи могучую нашу индустрию, сельское хозяйство, советское искусство, наука, им будут обязаны новыми успехами. Они получат от нас, великую страну, все наши достижения и все проблемы. Они приумножат достижения и, верим, разрешат проблемы. Вот и эти ребята, выпуск 66-го, и они носили красные галстуки. Но школьный звонок возвестил для них начало самостоятельного пути. Прощай, детство! Теперь взрослые, совсем взрослые люди. И зрелость обязывает решить, кем быть. Одни идут на завод, как эти, на электросилу. Так и на тысячи других заводов и фабрик приходят новички, становясь рабочим классом. Другие связали свою жизнь с деревней. Селу тоже нужны руки. И они есть, а приложить найдется к чему. Ждет зоотехника, но не только зоотехника, ферма. Ждет агрономия, мелиорация земель, селекционная работа. Да мало ли дел в идущей на взлет социалистической деревне. Если же тянет к технике, садись за руль. Каждый час работы механизаторов дорог, каждая минута. Вот как берегут их драгоценное время на Украине. Кафе прямо на полевом стане. Украинский борщ, сметаны не жалеют. И еще одна есть заветная дверь. Наука, она требует самоотверженности, полной отдачи, способности не только овладеть всей громадой знания, но и вести само знание вперед. Вы должны стать людьми одновременно мечты и действия, стать такими, как гордость советской науки, академики Тимирязев, Шмидт, Бардин, Курчатов, Королев. Вас ждет техника, близкая к фантастике. Кибернетика, биохимия, ядерная физика, астронавтика должны подчиниться вам.
И кому, как не вам, нынешним студентам, конструировать еще более мощные синхрофазотроны, ускорители протонов, ракетные комплексы? Кому, как не вам, готовить к запуску звездолеты грядущего? Мир может только догадываться, какая тяжелая работа предшествует часу, когда радио наконец объявляет: передаем сообщение ТАСС. Да, только помножив талант на труд, поднимаются к высотам науки. Есть тому немало примеров. В 1966 году советские ученые чествовали своего коллегу, академика Семенова, лауреата Нобелевской премии. А мир искусства аплодировал Дмитрию Шостаковичу. Композитору было присвоено звание Героя социалистического труда. В этих же стенах Большого зала консерватории Москва приветствовала участников третьего международного конкурса имени Чайковского. Григорий Соколов, лауреат международного конкурса, первое место. Виктор Третьяков, первое место. В этом году, как, впрочем, и в другие годы, мы одерживали победы не только в концертных залах. Многократные чемпионы мира по фигурному катанию Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Триумф на льду Чехословакии. Жарко было и на льду югославского города Любляны. Чемпионы мира четвертый раз подряд. Общение народов на спортивном льду, в огнях рампы, в тишине музеев. Москва. Международная выставка художественной фотографии. Интерпресс-фото 66. Фотографии с разных концов Земли. 20 век. В его трагедиях и печалях. В его радостях и надеждах. Летопись жизни человека. Она открывается первыми его днями, годами младенчества. 1966 год. У нас в стране более 4 миллионов новорожденных. Мало-помалу они взрослеют, учатся. Это прекрасная летопись нашей жизни. Но ведется другая, страшная летопись. Войны во Вьетнаме. Летопись преступления. Бомбы, кровь, плач детей. Это Америка. Америка – бесчестие, насилие, надругательство над малыми народами. Они себя восхваляют. Самая справедливая страна, самая свободная, демократическая. Вот ее представитель – гуманист. Наверное, никогда Америка не пребывала в таком позоре. Счет преступлением копится, со временем он будет предъявлен агрессором, как обвинительный приговор. Впрочем, американский солдат
расплачивается уже сегодня. Плачешь, парень. Это возмездие. Ведь вас не звали в джунгли Вьетнама. И джунгли горят, сжигая вас. А человеческая солидарность ведет свою летопись. Хлебом солью встретила брянщина вьетнамских братьев. Брянщина вручает им партизанское знамя. Янки вон из Вьетнама, требуют немцы, сами хорошо познавшие, что такое война. Мира требуют итальянцы. Мира требуют англичане. Советский Союз. Во имя мира мы гасим военные конфликты. Переговоры в Ташкенте еще более возвысили международный авторитет нашей Родины. По инициативе советского правительства в Узбекистане встретились президент Пакистана Аюб Хан и премьер-министр Индии Шастри. Они встретились, чтобы ликвидировать конфликт, разгоревшийся на пакистано-индийской границе. Переговоры закончились подписанием Ташкентской декларации. В Южной Азии пушки замолкли. Мир! С первых дней существования советской власти мы провозгласили политику мира, рукопожатий, а не распри ненависти, политику помощи слаборазвитым странам. Завершено строительство первой очереди гигантского гидроузла на реке Нил, создаваемого при технической помощи СССР. Уже около 600 промышленных объектов помогли мы построить развивающимся странам, видя в том свой интернациональный долг, завещанный Лениным. Тепловая электростанция «Мариэль» – один из них. Это Куба, провинция Пинар-дель-Рио. Да, если бы Ленин видел, сколько нас сейчас. 14 стран уже на 3 континентах идут по ленинскому пути. Первомай. В праздничных колоннах год 66-й видел трудящихся Венгрии, Германской Демократической Республики, Злата Прага, Бухарест. Ликовала народная Болгария, а далеко от Софии, на другом конце планеты, шли, радуясь Первомаю, земледельцы Кореи и пастухи Аратай Монголии. Улан-Батор. С особой торжественностью праздник прошел в народной Польше. Государству польскому 1000 лет. От латников, не раз поднимавшихся на защиту славянской свободы, к межконтинентальным ракетам. Рыцари атомного столетия в неусыпном дозоре на своих заставах. Страны-участницы Варшавского договора готовы, коль грянет час, ответить на удар всей мощью объединенной силы и всесокрушающего огня. В 1966 году на наших границах было спокойно. Был мир, и играли свадьбы. Статистика утверждает, что не было
ни одной скучной или казенной свадьбы. Обряды совершались, как полагается, торжественно и весело. Пир везде шел горой, было чем угостить. И что на всю жизнь запомнить? Не только в Эстонии, на Гуцульщине, веселье и на пляжах Черноморья. Они не пустовали с апреля по ноябрь. Вы помните люди с таежной трассы? Нефтяники Мангышлака. Доктор с Чукотки. И он в Сочи. Все здесь. Отдых миллионов. Ведь уже 30 лет в действии Конституции СССР. Право на отдых каждому. А право на веселье, шутку, смех, оно определено самой сутью советской жизни. Избиратели опустили бюллетени за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. Проголосовали за большое человеческое счастье. Магазины, и городские, и сельские, стали значительно гостеприимнее. Уже сказывалась экономическая реформа. Она вливала новые силы в производство и, разумеется, в торговлю. Перемены к лучшему ощутили все – жители городов Заполярья и субтропиков, рыбаки Приморья, машиностроители Белоруссии, ткачихи Кинешмы и Ленинабада, скотоводы на горных Джейляо, хлопкоробы в узбекских оазисах. Достаток пришел и в дом киргизского чабана Тюрюбека Дасбергенова. Праздник у него собрались гости. Из Фрунзе приехал закадычный друг, академик Лущихин. Тост за здоровье юбиляра почетного чабана республики. И кто мог предвидеть... В 6:00 утра, 26 апреля, Ташкент содрогнулся от подземного толчка. Землетрясение. 9 баллов. Целые районы цветущего города, крупнейшего в Средней Азии, обратились в руины. Для ликвидации последствий катастрофы была экстренно образована правительственная комиссия. Члены комиссии прибыли в Ташкент. И поднятая, как по тревоге, страна пошла на помощь узбекской столице, настигнутой трагическим бедствием. «Тебе, Ташкент!» — сказала Москва. Откликнулись Киев, Минск, Ереван, Рига. Ташкент даже не звал на подмогу. Помощь сама шла со всех концов многонационального отечества. Едут. Не оставленный в трудную минуту, измученный стихией, но не сдающийся Ташкент отовсюду подоспевших друзей встречал хлебом солью. Мы сообща, отстроим пострадавший город. Будет не хуже, обещаем. В ташкентской беде
мы были который раз испытаны на прочность. Все подверглось проверке: мужество, воля, чувство солидарности. Мы, 15 республик, еще раз ощутили, в какой крепкой живем дружбе. Землетрясение еще долго терзало город. 3, 4, 5 баллов через день. Но Ташкент жил. Миллионный город жил, выйдя из разрушенных домов на улицы. Самая популярная игра того беспокойного лета – строителей. Вот в этих людей, обгоревших с непривычки на солнце Азии, которые, все бросив, приехали восстановить Ташкент. Прямо на глазах поднимался новый Ташкент. Пройдет время, уедут строители, о землетрясении, о дружбе будут напоминать только названия улиц. В честь городов, оказавших Ташкенту помощь: Московская, Киевская, Тбилисская, Ленинградская. Память. Сколько есть на нашей земле городов, каждый хранит свою память о революции, о полувеке нашей дороги. Но нет места более священного – город Ленина, Красный Питер. Здесь говорит о революции все. Каждый камень, Нарвская застава, броневик у Финляндского, Дворцовая площадь, Аврора на своей бессмертной вахте. Все. На палубах кораблей дважды орденоносного Балтфлота, в строю внуки тех, кто навел шестое баковое орудие «Авроры» на зимний. Сорок девять минуло лет, и каждый год подобен взятой с бою высоте. Давно успокоились в музеях революционной славы тачанки, давно не выхватываются из ножен острые сабли лихих красных конников. Все это стало историей, отгремело, отполыхало и живет в сердце, память. Сколько раз пытались нас свалить. Враги ждали, легкий толчок, и советская власть рассыплется в прах. Толкнул был ее Денич, не рассыпалась. Деникин опять не рассыпалось, Колчак, Врангель. Сколько их было, всяких и разных. Помню, 4 года с фашизмом бились. Стоит наша власть непоколебима. С тех первых лет, уже таких далеких. Сегодня в октябрьских колоннах их уже немного. Героев Перекопа и Каховки, Магнитки и Днепростроя, начинавших. Их дело приняли дети, внуки. Кому шагать дальше на порог 3-го тысячелетия и пронести сквозь годы негасимое пламя революции? Нет, не бесследно проходит время.
и люди еще не раз скажут: это было сделано в 66-м, начато в 66-м, продолжено в 66-м. 49-й год революции. Мы с тобой не прощаемся. До свидания. До свидания в будущем.